Добрый день, наши уважаемые покупатели. Магазин Олимпия, город Екатеринбург, опять с вами. Мы продолжаем обзор коллекции дубленок, которые будут рассчитаны на зимний период. Итак, сегодня мы рассмотрим с вами две модели. Это авиатор. Если предыдущие были в длине 55-65 сантиметров, то сейчас мы специально увеличили длину изделия 75 сантиметров. А это, в общем-то, при моем росте очень хорошо скрывает бедро. Вы всегда и очень часто спрашиваете. Итак, значит, шкура идет австралийка. Австралийка очень плотная, теплая. И я просто уверена, что начиная демисезонье и зимний период, вы будете ходить просто в простой стрейчевой кофте. Очень теплая. Преимущество этих моделей, то, что капюшон можно отстегнуть. Что у длины видео было 65 сантиметров и в той, в которой я стою. Очень грамотно сделано. Посмотрите, даже если мы приподнимем капюшон, молнии практически не видно. Молния есть, и еще плюс кожаная отстрочка. Я покажу поближе работу, потому что из австралийской шкуры она плотная, да, плотность меха сохраняется, и высота и густота меха очень трудно сшить. Очень трудно шить, но при всем при этом мы видим работу, нигде нету косых швов. Посмотрите, если даже мы обратим внимание на детали, а я этому уделяю всегда большое внимание, ровность, не подтягивает мех, не подтягивает шкуру, это, конечно, дорогого стоит. Итак, все атрибуты, капюшон, наличие замков, ремня, все это для нашего авиатора-пилота. Итак, в данном цвете он смотрится шикарно, простегивается, очень большой запах, которому я уделяю внимание, да, и чуть-чуть скроена молния по косой. За счет этого собирает фигуру и, конечно, делает более стильным. А цвет олива в белоснежном сырье. Я вам обязательно его покажу. Посмотрите, мех, он вот прямо густота меха чувствуется при примерке. И следующий цвет, который я тоже хочу вам показать, это цвет виски. Мы его называем в сочетании также с белоснежным мехом. Но данную модель мы рассматриваем до 50 размера, 48-50, это максимум. Длина также сохраняется. Мы пошли на длину 75, и это хороший полноценный вариант. Но для наших северных регионов, конечно же, это полноценный вариант не только на зимний период, но и на демисезонье. Итак, атрибуты все сохраняются, молния, капюшон идет съемный, длина, повторяю, 75 сантиметров. И посмотрите, как сделаны карманы. Один молния выполняет имитацию, а второй идет вот такой вот классный карман, прям рабочий, полноценный. Итак, успевайте, потому что стоимость изделий на сегодня очень хорошая, 59 900. А мы рассмотрели с вами новую коллекцию, которая будет представлена и уже есть в нашем салоне. Итак, это коротышка, длина 55 сантиметров, стоимость 55 900. Дальше у нас с вами идет чуть-чуть подлиннее, 55 900. Цвет хаки, который до сих пор остается актуальным. Длина здесь уже 75 и стоимость 59 900. Ну и такой, как на мне. Это все для наших малышек. Размерные сетки начинаются с 42 и где-то по 48, 50 размер. Больше их шить нельзя, потому что сам мех, сам комплекция будет, конечно, придавать объем. Итак, спешите, успевайте. Это все летние предложения по хорошим, действительно выгодным ценам. И не забываем, что ее мечта — семья Олимпия. А мы